Привет, Федя, что ты тут делаешь? Я решила приготовить пирожки. Лиза, а можно я с тобой? Ну, почему бы и нет? Только для этого ты должен приготовиться, помыть руки, одеться соответственно, как я. Так, нужно 6 столовых ложечек сахара. Я уже готов! Ух ты, какой поваренчик! Будешь мне помогать, даже если переставь на место. Я уже приготовила кастрюлю с мукой. Подай, пожалуйста. Вот у меня щепотка соли, ложка сухих дрожжей, литр молока, 6 ложек масла и 6 ложек сахара. Не понял. Коля, хватит кушать, иди лучше мне помогать. Это все нужно муку высыпать. Коля, подай мне, пожалуйста, ложку. Дальше теперь руками. Миси, миси, тесто. Очень вкусные будут пирожки. Всех угостю. Обратно будем говорить. Миси, миси, тесто. Очень будут вкусные пирожки с капустой. Может быть, даже с яблоками. Стоит 2 часа, но нужно за ним смотреть, чтобы она не убежала. Куда убежала? На улицу играть. Все подходит. У меня вот 2 колбаски есть. Вот еще яблоко. Вот орешек все есть. И камешек. Вот сосиски подходят. Яблоко подходит. А за орехом я никогда не пробовала пирожки. А камень... Папа будет его есть. Ну, представляю. Вот на, папа, мы спекли с девочками пирожки. Спасибо. Ой, что это, Коля? Ну все, Коля, будешь ты наказан. Нет, с камешком плохая идея. Ага. Ха, нам нужно кого-то на помощь позвать. Ага, сейчас позову. Аня! Катя! Чип и Дейл спешат на помощь! Ура!
Готово. Ну что, попробуем, что получилось? Мама и папа будут довольны. Мне все яблоками самое больше нравится. Очень вкусная капуста. Вкуснятина.